порядке для того, чтобы представить нашего нового вокалиста в группе Евгения Колчина. И целиком альбом мы бы создавали, наверное, очень долго, а сингл мы сделали буквально за 3 месяца. И были написаны 3 песни, и чтобы уж он получил совсем таким роскошным, не бедным, я решил вот эту вот готовую уже инструментальную вещь, которую назвал «Альтаир», оставить на этом сингле. Вот такая история. И, собственно, «Альтаир» сейчас прозвучит для вас.